Новый магазин «Прозапас» находится максимально близко к жителям микрорайона «Жемчужный» и предлагает продукты на каждый день. Открытие стало событием. Несмотря даже на будний день, первых покупателей было немало. Они заполнили зал с первых минут. Радостно, что открылся магазин рядом, вышел с дома, зашел. Вот и продукты даже есть маленьким ребенку. Здесь вот видно все ассортимент. Йогурты для детей 6 месяцев, смеси, каши. Вот. Так впечатление очень хорошее. Новый магазин серьезно заботился о том, чтобы клиент смог купить все необходимые товары в одном месте. В ассортименте качественные продукты повседневного спроса. Коллектив сделает все, чтобы поход за покупками стал максимально комфортным. Магазин приятно удивит скидками. Для всех желающих, которые хотят прийти к нам в магазин, спуститься со своих высших этажей и сразу очутиться в магазине. Для них мы предусмотрели всевозможные товары. Но вопрос в том, что покупатель выберет их сам. Для начала мы постарались предоставить весь ассортимент, а дальше будет голосовать, конечно же, покупатель. Первые покупатели, которые за несколько мгновений наполняли корзины, оценили по достоинству новый торговый объект. Ведь теперь они смогут приобретать любимые продукты в шаговой доступности. Очень замечательно, ждали, наблюдали с балкона с нетерпением. Ассортимент отличный, все есть. Всех приглашаем в магазин замечательный. Мы купили рыбу и пирожные. Я очень ждала, пока магазин откроется. Будет сама ходить, да? Да. Теперь будем только этот ходить в магазин. В продаже овощи, фрукты, полуфабрикаты, большой выбор молочной продукции, колбасных, мясных, хлебобулочных, кондитерских изделий. Удобное расположение, прекрасное обслуживание. Отличные поводы заглянуть в открывшийся магазин, который готов стать любимым торговым объектом. Здесь ценят каждого своего клиента. Визит в «Прозапас» за покупками не стоит откладывать. Приходите знакомиться по адресу. Город Пинск, улица 60 лет Октября, 5Е.